Всем привет, ребята, с вами я, Фузи, и сегодня мы посмотрим, сколько возможно заработать за 15 минут, фармя грибы. Для бомжа это самая выгодная работа, которая есть, кроме дальнобойщика. Это самая выгодная работа. Сегодня мы узнаем, сколько возможно заработать за 15 минут, потом это все умножим, посмотрим, сколько выходит в час. Так что полетели. Так, парни, сейчас мы собираем последний 50-й гриб. Кстати, получилось так, что за 15 минут я собрал 50 грибов. И мы сейчас пойдем на рынок смотреть, сколько это получится в долларах. К сожалению, тачку я не заспаунил, так что побежим пешком. Очень хорошо работать грибником, потому что сразу возле грибов находится рынок, где можно это все продать. Так, смотрим, сколько же у нас получится за 50 грибов. У нас получилось 3500 долларов почти. То есть, если посчитать, 3500 долларов за 15 минут, это получится 6, 12, почти 15 тысяч долларов в час. То есть, это очень много для бомжа в начале вашего пути. Ну что ж, ребята, спасибо всем за просмотр. С вами был я, Фузи. Мы увидели сегодня, сколько же получится, если работать целый час грибником. То есть это получится плюс-минус 15 тысяч долларов. Но это сейчас 12 часов ночи. Ой-ой-ой. Но это сейчас 12 часов ночи, и сервер не полный, вот. Так что всем спасибо, всем пока.